«Хиджаб – мое право». Шествие под таким лозунгом прошло в столице Боснии – Сараево. А на улицы вышли около 2000 женщин. Таким образом, они выразили свой протест против запрета на ношение традиционных платков в судебных учреждениях. По словам организаторов митинга, решение Высшего судебного совета нарушает права человека. Отмечу, мусульмане составляют около 40% населения Боснии. Мы хотим поддержать демократическое и свободное общество, в котором никто не запрещает наряжаться известным артистом или ходить голым в своем офисе. Точно так же у людей есть право покрыть голову и одеваться каким угодно.